территории Брестской области за 7 месяцев текущего года на водоемах погибло 51 человек. Это очень большое количество людей, тем более, что гибнут дети. И причины этому, как правило, несоблюдение простых мер безопасности. Поэтому наша сегодня главная задача, без исключения, привлечь для этой ситуации все заинтересованные ведомства и максимально активизировать работу. Тема гибели людей на водоемах стала злободневной для Брестской области. 51 случай за 7 месяцев текущего года – цифра немалая. В числе погибших 37 мужчин, 7 женщин и 7 детей. Неутешительный факт вследствие небезопасного отдыха граждан на водоемах, реках, каналах, карьерах, прудах, котлованах. Зафиксированы случаи гибели в домашних условиях. Причины из года в год неизменны. Нарушение мер безопасности, невнимательность родителей, неумение плавать, а также приступы болезням. Члены комиссии, проанализировав ситуацию, констатировали, вопрос должен быть рассмотрен всесторонне. В деле профилактики задействованы всевозможные эффективные меры. Мы совместно со всеми заинтересованными и со сводами, с работниками милиции, с местными органами власти проводим профилактическую работу прежде всего. Занимаемся вопросами обустройства водных объектов, пляжей. Ну и, конечно, в какой-то степени осуществляется контроль за выполнением необходимых мер безопасности. Одна из мер предупреждения несчастных случаев на воде – пресечение реализации алкогольных напитков на пляжах. Учитывая тот факт, что среди погибших почти 70% пребывали в алкогольном опьянении, такой способ решения проблемы – крайняя необходимость. Не пугает граждан и привлечение к административной ответственности. Штрафы за купание в запрещенных местах в области таких определено 258. В то же время 156 нарушений зафиксированы территориальными органами внутренних дел. Этот показатель красноречиво свидетельствует о том, насколько беспечным является отношение людей к своей безопасности. Учитывая все эти аспекты, комиссия по чрезвычайным ситуациям при Брестском облисполкоме вынесла на повестку дня организацию целого ряда мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки. Среди них широкое распространение социальной рекламы, как в средствах массовой информации, так и в местах массового пребывания людей.